Почему настоящие художники видят не так, как обычные люди? Потому что люди чаще всего обращают внимание на детали, а художник на большие тоновые и цветовые пятна. Например, чаще всего художники сравнивают, насколько небо светлее деревьев, или как передний план по яркости отличается от дальнего. Простой человек вблизи картину видит как мазки, при удалении воспринимает ее целиком, а художник в любом случае видит всю картину сразу.